Вот уже более 4 лет, как в Жамбылской области возрождается древний обычай казахского народа асарлатып и салу, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильные для одного человека или для одной семьи работу. Этот обычай сохранился испокон веков, его почитают и сохраняют до наших дней. В селе Абжапар Рысқұловского района при поддержке жителей очередная семья стала обладательницей жилья. Бала шағаларымызға күш қуат бере көр. Осында шаңырақтағы қуанышта әрбір шаңырақта бола берсін. Программа «Асар», безусловно, способствует обеспечению жильем малообеспеченных и многодетных семей, одиноких людей. На торжественное вручение жилья собрались жители села Абжапар во главе с заместителем акима района имени Турар Рысқұлова Бауыржан Весеевым, который в своей речи отметил, что это уже 15-й дом, построенный в ауле Абжапар по программе «Асар» за последние 2 года. «Асар» – был біздің рухани мұрамыз. Эта традиция имеет глубокие корни. Асар объединяет и сплачивает граждан. Я же всех поздравляю с новосельем. Желаю только самого наилучшего. Тяжелый груз легче поднять всем миром. Такого принципа придерживаются неравнодушные граждане. Инициированный несколько лет тому назад социальный проект «Асарлатып Уйсалу» стал по-настоящему народным. Всего же по Рысқұловскому району по программе «Асар» новое жилье уже получили порядка 80 семей. Реализация программы «Асарлатып Уйсалу» в Рысқұловском районе продолжается. Согласно утвержденному плану, до конца текущего года ключи от новенького жилья получат еще порядка 60 семей. Наимбек Бакбанов, Жанибек Базылбеков, Айкын Ақпарат.